Легкий окоп, четвертый стол. Пять железок повешу и просто охренеть.
Ну я же не хвастаюсь. Лежат или да? Кого я люблю в Советском Союзе? Косарезов, Белов. Седьмой стол. А потом дальше пять. Все, уже тоже никто не знал, на последней серии. Какого Шверкова такие награды? Локоть не забирай. Ну вообще посмотрим. Кто из них? Минулся уже выиграл? Ну вот сейчас посмотрим. Если вы изложите, то я понял. То есть куда? Блять, весь костяной. Может не играть? Вы же играли с ним. Ну не знаю, вы играли, что если вы играли? Все надо играть, да? Сколько лет по духу населения Москвы за эти дни? Все, подсказывает, получилось. Знаете, что ли? Я сегодня 20 лет. Все, я делаю. Я с этого добивал. Купить его. Вот так. Знаете, что ли? И для того, что ли? Это ваш баран. А, тут же личная встреча. Ну да, да. Спасибо. Подожди, а у Руслана шансов... А, наконец, лобочки надо? Что такое? Руслан, что сладко? Нет. Вот это как бы отброс, не знаю, как это правильно объяснить.
Все понимаю, вижу. Правильно сказал. Меч раньше стал посчитать, чем он делает. Ты вот сюда заходишь в свет, и управляет. И вот он уходит, он уходит. И на сетке он уже уходит. То есть промышленный. Вот это другой воды. А он был чуть пока уходит. Поэтому все хорошо. Теперь иногда надо дергать этот свет. И не заморачиваться. Я знаю, не так хорошо, но люди все люди. Я помогал. Я тут шел, спал, а он по движению делает. Сразу все. Нельзя. Ну, что-то такое вот впитывание. И ты говоришь самому скорости не хватит. Ну когда возьму место перед нами. Скоростухи не хватило, я думаю, ну, тебя уже вроде как, ты скорость не хватило. А куда? Кто ему так даст играть? Говорит, так и останется. Говорит, что останется? Да, согласен. Он живой? Локоть забрал и не попал. Сейчас будет 3-0
когда начинается тренинг. Все же 18-18. Чок! Опа, на души залезли. Чё не напал справа, откинул. Вот так и будешь играть в чужие. Обещал при ноль и четыре. Даже справа, ну, психология дурная. Не, чудом, не справа, сердце сбрасывает. Так я нашел кому, он все вообще убьет шум. Он и убил. Потому что рисковать надо было. Справа завернул и все, можно планировать. Великолепный мяч. Он отбросил. Вовремя перед моей подачей взял тайм-аут. Я водички попил. Вот, на самом деле, наверное, вот это был переломный момент. 3-2, скорее всего. Я тоже так думаю.